Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы решили продолжить проходить чок-чок, поэтому продолжим и посмотрим, что нас будет ждать дальше. Делайте чаечку-пеечку, у меня уже в стакане капучино, так что погнали. Не настоящая капучино, а покупное, знаете, в пакетиках, а то скажете, что какой-то там мажорчик. Ладно, шуточки-минуточки, да. Нет, вот. Я же забыл. Сейчас, секундочку. Так. Thank you.
Ясно, значит, мы поедем типа туда. Ого, нифига себе. Прикольно.
Супермаркет какой-то.
Приехали, были, значит. Блин, вот эта музыка вообще четкая.
песенка прикольная. Опять новости. О, день уже пятый. Ну, тут уже чуть-чуть, еще 5 дней и все.10 января, день пятый. Thank you.
Да, бытовушка, в принципе, пока что бытовушка. Манго, нифига себе, прикольно.
Thank you.
Серьезно, уже день шестой? Глава вторая? Падение дома. Одиннадцатого января, день шестой. Это он к нам приехал.
Да, пока я не понимаю, что происходит. Thank you.
значит Макс. Алёха куда-то пропал. Так. Thank you.
интересные новости. День седьмой. Января, день седьмой. Я думаю, на этом я сделаю паузу, сейчас сохранюсь. Блин, а где обычное сохранение? В общем, было много бытовухи. Мы съездили в аквапарк, закупились, похавали, поспали, ничего особенного не происходило, но вот когда кто-то постучал к Алексею, и Алексей пропал, и еще какая-то записка, это в принципе интересно. Так что посмотрим, что будет дальше, еще чуть-чуть осталось. Так что с вами был Казуку Фэмили, ставьте лайки, приглашайте друзей, всем хорошего настроения, всем до новых встреч, всем пока-пока!